Место для презентации Высшей школы современных медиакоммуникаций выбрали подходящее – техноцентр ТюмГУ. Новый и по своему уникальный проект связывают с применением новейших технологий, которые как раз собраны здесь, на Ленина, 25. На встречу с организаторами проекта пришли не только студенты Тюменского госуниверситета, но и других вузов города, а также молодые специалисты. Мы рассчитываем на талантливую молодежь, которым интересно транслировать свои увлечения, свои хобби, которые хотят чего-то добиться в жизни, и им требуются инструменты для подачи информации, для эффективных коммуникаций со своими сверстниками, со своими работодателями, со своими преподавателями. В новом учебном году, по словам руководителя школы Дмитрия Вишнякова, полный цикл обучения займет 9 месяцев. Занятия проведут опытные журналисты и пиарщики, которые на практике не раз показывали свой профессионализм. Пришедшие на презентацию уверены, что школа откроет для них широкие возможности, независимо от того, где они сейчас обучаются или работают. Именно перспективы даже для тех, кто нашел себя для начала в других профилях деятельности, всегда может понять, что именно это его судьба. Почему бы и не понять это за те 9 месяцев, которые можно обучиться в школе современных медиакоммуникаций. А для тех, кто уже работает, но очень часто так бывает, что те, кто с утра до вечера сидит, например, только над пиаром, но не занимается, например, маркетингом, для того, чтобы получить очень хорошую квалификацию, переквалификацию, для того, чтобы расширить свой кругозор именно в своей профессии, я думаю, это тоже очень замечательный вариант. В этом году в школе будет 5 направлений – телевидение, печатные СМИ, конвергентные технологии, маркетинг и реклама, а также новинка – современная пресс-служба. Если человек берет любимый ему журнал, то доверие к этому журналу у него колоссальное, невероятное. Соответственно, да, может быть, количество читателей во всем мире журналов уменьшается, но те, кто остаются его читать, лояльная аудитория, она очень сильно подвергается воздействию журнала. Руководители направлений поделились планами на ближайшие месяцы и пообещали, что программа обучения будет очень насыщенной, интересной и полезной. Валерия Тимофеева, Алексей Мойсов для Евразион ТВ.